Всем привет! Продолжаем проходить игру. Так. Я хотел купить... Ну чё? Ого! Какие люди! Патронов для тачки. У меня денег нет, 89 баксов. Уж как-нибудь поставим на ноги твой свежак. О, держи нога! Так, куда съездить надо теперь? Нам надо вот сюда добраться, до Twin Falls. Погнали. Так, я так понял, туман сейчас. Значит, скоро рассвет будет. Почему-то мне так кажется. Пять километров еще ехать, охереть. Далековато, конечно. Ты мне не нужен. У меня все равно денег нет, чтобы покупать что-то. Так, это я что, рядом проезжаю? Ага. Чуть не туда поехал. Вау, 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 ребята гоняют здесь. Это я тоже локацию прошел. Дави вас всех. Бах. Slow motion. Дикие земли. А я здесь еще не был, кстати, в этом регионе. Угонщики, блин. О, еще 2 километра, отлично. И я практически на месте. Блин, такое ощущение, что жму на эту нитру, так же едет. Без нее так же. Странно, не знаю. Судьба тебе улыбнулась. Так, ага. Сторожевая башня. Сторожевая башня правительства. Желаю удачи. Ага.
Меня кто-то сзади еще мочит. Ребята, вы что тут все на меня, что ли? Я тебе сторожу башню завалю, меня сейчас завалит. Здесь какой-то должен быть контейнер. У меня и датчик сработал, и показывает стек, что где-то здесь, да? Так, я отошел. Прям где-то здесь контейнер, наверное, нет? Нет, там заныканного. О, ага, нашел. Так, теперь где у нас тачка? Тачка у нас там, бежим до нее. Так, я практически приехал, отлично. Да, я здесь в этом леску еще не был. Но здесь попроще, чем на болотах. В топер. Лили, как-то мне тут не по себе. Как сказала бы мама, Рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться лишь хорошо подготовившись. Лузам, я на месте. Твин Фоллс. Пытаюсь обнаружить следы правительства. Если что-нибудь найдешь, дай знать. Нихера их там народище, блин. Сказал, что сзади... Да, реально, на... Охеренно. Что у нас здесь? А здесь контейнер. Так, продвигаемся дальше.
Зачистил местность. Идем дальше. О, филтрит. Отлично. Круто. Я даже не знал. Случайно запрыгнул, короче. Все дела. Так. Нам, наверное, лучше вот здесь вот идти по главной улице. Ну, есть что-нибудь? Нет, пока нет. Ищу дальше. Пока полная тишина. Даже не знаю, с какой стороны заходить. Меня уже ребятишки все ждут там. Меня там уже все ждут. Пулеметчик какой, а? Полюбасу пулеметчик. Так, мне надо туда наверх. Сейчас поднимемся. Так, у меня радар что-то здесь работает. Зачистил, отлично. Так, самолет пролетел. Сейчас он высадит еще кого-то. Я так и думал. Так, у меня вот там датчик концентрации. Ага, ковчег. Отлично. Еще два контейнера здесь надо найти. И найти следы правительства мне надо будет. Типа мне на ту сторону надо. Сейчас пойдем, значит, на ту сторону. Лузам, я вижу какую-то дверь.
Она ведет вглубь горы. Мы взяли след. Ага. Сейчас я все выясню. Эх, не нравится мне что-то это местечко. Смотри-ка. Вертолетик Клэга Клейтона. Значит, он где-то здесь, этот Клэган Клейт. Сердечник надо найти где-то. Где-то надо найти сердечник. Еще здесь на что-то датчик работает. Он прям... Ага, датапад еще один. Производит этих огромных монстров-мутантов. Готовит ну, да. Новые нападения, как на Винланд. Что? Это точно? Уолтер, прием! Лузам? Черт! Связь пропала. Ладно, добуду сердечник и свалю отсюда. А то как-то не по себе. Мне нужна будет поддержка, которую мне так щедро обещали. Одна услуга, всего одна, и я добуду то, что нужно. Я был очень терпелив с вами, мистер Клейтон. И если вы не можете отдать мне источник, значит, мне придется забрать его силой. Да, нет, у нас был уговор, Кросс. Я могу напомнить. Я вас пущу не раньше, чем лично сяду в кресло мэра. А, ваша детская мечта стать мэром. Я ценю вашу целеустремленность, мистер Клейтон. Но, уверяю, этого не было в моих планах. Но ты же мне обещал! Ты обманул меня! Ты обманул Клэга Клейтона! Я бы предпочел взять источник без шума. Хотя кровопролитие меня тоже устроит. Но я же Клэг Клейтон! Не стреляйте ему в лицо. Я намерен сохранить его нет, труп нет. На память. Погоди ты. Я заплачу вам двое больше, чем он. Подождите. Вы могли бы стать самыми богатыми мутантами в пустоши. Ира, ты как залазишь, не по лестнице, а прям так залазишь, да? Найти сердечник. Сейчас найдем сердечник. Скорее всего, он где-то там. Thank you.
патроны у меня все полные, боезапас полный. Так, я пришел куда-то не сюда. Мне надо вот сюда. Нет, это отсюда я пришел. Блин, на ускорение бежал. Так, ладно, смотрим сейчас куда дальше. Ух ты. Что там еще кто такой? Сверх, ни хера себе. Детишки еще приехали. Так, я понял, мне надо на этот лифт садиться. Сейчас, наверное, опять битва будет. Какая-то крутая. С боссом, скорее всего, опять. Потом он опять в другое тело, короче, переродится. Его так бесконечно можно убивать. Ну. Ого, какой обрыв там. Так, что за звуки, что открылось, что закрылось? Ага, вон. Нужно перебраться. Сейчас переберемся. Вытяжному мосту. Добегались, ребятишки. Кто такой? Очередной монстр какой-то. Готовится к выходу. Я уже близко. Босс. Трон надо взять. Все. Боезапас полный. Ого, нифига себе. Thank you.
что, теперь его опять мочить? Патроны взять. Умные ракеты. Так, у меня датчик опять сработал на что-то здесь. Что-то где-то рядом. Скорее всего, наверху или внизу, подо мной, или надо мной. Я все ближе и ближе. Так, значит, я на верном пути. По мне стреляют. Да, я прямо уверен, что я правильно иду на правильном пути. Заглох. Так, а там что? Патроны. Блин, ты гасил. Теперь второй. Рука упала. Что ж такое, гнали? Думал, всех завалил, кстати. Случайно повернулся назад, посмотрел. Патроны все на полный набор. Лазеры отключены. Теперь взять сердечник. Все чисто и свободно взять. Опа, кажется, кто-то просто. Нужно быстро уматывать! Куда уматывать? Вон туда. Бежим. Ага.
хера по мне прям палят со всех сторон. Все. Отлично. Лузам, меня слышно? О, связь появилась. Ну как? Сердечник у меня. И еще. Клейтон убит. Твоя работа? Нет. Генерал Кросс отдал приказ по видеосвязи. И его расстреляли эти жуткие монстры. Но Клэк же работал на Кросса. Работал. Кросса разозлило, что Клейтон ничего не добился. Кросс хотел, чтобы Клейтон стал мэром и открыл ворота источника для его армии. Это объясняет покушение на меня. Да, но Кроссу надоело ждать. Он решил, что Клэк хочет его прокатить. Он нацелился на твой город. А мы целимся в него. Принеси мне сердечник, и мы отремонтируем хищник. Мы нападем на генерала Кросса первыми. Так, я, по-моему, не туда опять еду. Я вниз еду, блин. Я уже здесь был. Или сюда? Нет, это я здесь был. Поехали наверх. Здесь этого Клейтона убили, я подглядывал сбоку. Так, теперь мне как-то надо выйти отсюда. Вот сюда, что ли, идти? О, да. Фига, я вышел, офигеть. Датчик сработал, надо два контейнера найти. Так, не сюда, значит. О, вот здесь наверху, значит. Один из контейнеров. Да. И еще один контейнер. Вот сигнал появился. Офигеть, все. Ну все, локацию прошел полностью. Шух.